Преподобный Моисей Мурин. В русской церкви храмов, посвященных этому святому, немного. Один из них построен в Москве, в Щербинке. Здесь в день престольного праздника совершил божественную литургию викарий патриарха Московского и всея Руси по юго-западному округу Москвы епископ Дмитровский Феофилакт. С престольного торжества материал Галины Ледвиной. Очень редкое имя преподобного Моисея Мурина прославляется теперь в столице. Ровно год назад, в этот же день, епископ Дмитровский Феофилакт осветил в честь святого Моисея храм на Варшавском шоссе. И вот снова разделил с приходом радость престольного торжества. Моисей Мурин жил в XIV веке, был эфиоп, поэтому и назван Мурин, то есть негр, мавр. Раб знатного человека, он однажды совершил убийство. За это был изгнан своим господином. Оказавшись на свободе, молодой человек пристал к шайке разбойников, стал ее главарем. Вместе с бандитами совершил много злодеяний. Люди боялись даже его имени. По великой милости Божией Моисей раскаялся, оставил шайку и ушел в одну из пустынных обителей. Господь коснулся и этого жестокого, казалось бы, сердца. Оно растаяло под лучами любви. Господь призвал преподобного Моисея к особому служению. Как мы читаем из жития, он стал монашествующим. Более того, у него появились сподвижники, смотря на его благочестивую жизнь. И многие те, с кем он совершал преступление, пришли к Богу. По окончании богослужения с иконой своего небесного покровителя, священства, прихожане, возглавляемые владыкой, совершили крестное шествие. Обращаясь к людям, владыка Феофилакт поблагодарил всех за молитвенную и действенную помощь в устроении этой церкви. Милость Божия, что вы молитесь здесь, трудитесь, жертвуете и труды, и свои скромные сбережения. И от этого этот храм воодушевлен, оживлен и направлен в вечную жизнь. Спасибо всем, кто здесь обитает, кто по преимуществу не просто приходит в этот храм, но приходит молиться и трудиться. И это большая радость не только для вас, но и для всех окружающих. За год слишком многим жителям Щербинки эта церковь стала нужна. Здесь сложился добрый, дружный приход. По молитвам святого угодника Божия Моисея Мурина, храм помогает найти правильный путь тысячам живущих здесь людей. И многие сюда люди, которые приезжают в этот храм, это те люди, которые имеют какие-то навыки жизни не очень хорошие. Там кто-то борется с алкоголем, кто-то с наркоманией, кто-то с неблагополучной жизнью. И поэтому очень много нуждаются люди, и все хотят, чтобы храм расширился. У нас очень мало храмов поблизости, которые действительно могли бы окормлять людей. Паствы много, здесь новый район. Много домов, которые будут строиться, заселяться, многоэтажки. Много деток, которые нуждаются. Все желающие могут присоединяться к еженедельным богослужениям в церкви. Впереди большая совместная созидательная работа – возведение каменного храма. Поучаствовать в ее строительстве можно, сделав пожертвование, приобрести свидетельство на именной кирпич.